Всем доброе время суток. С вами канал Воха 54, и я Владимир. Я не раз показывал, как я делаю каннелюры на наличнике. И сегодня я покажу, как я приспособился крепить наличник, чтобы не перехватываться. Вот такой вот зажим. Сейчас покажу. Ее так просто не снимешь отсюда. Вот такая вот защелка. Там на том конце упор. Просто упор сюда вот ставится. И здесь вот такой вот зажим. Работает он нажатие. И при нажатии наличник освобождается. То есть шайбочка отходит. И наличник спокойно вытаскивается. А когда нажимаешь, он раз, видите, и защелкнулся. И все, его оттуда уже не вытащишь. Крепится специально по торцам. То есть здесь ходят какие-то боковые упоры. Просто без этого нельзя. Боковой упор обязательно нужен. Ну а здесь просто упирается наличник. И сделан ограничитель для фрезера. То есть на каком расстоянии надо фрезер остановить. И прижимается струбцинкой. Вот так вот он. И теперь только перезаряжать наличник. Убрал, поставил, убрал, поставил. Держать уже ничего не надо. Ну, сейчас я вам продемонстрирую, как работает зажим. Про фрезер меня спрашивали, про Bosch. В принципе, он у меня уже 5-й год. Фрезером я довольный, не было еще никаких поломок, и ходит, и ходит. Единственное, штанги надо пропшикивать либо ВД-шкой, либо силиконовой смазкой, потому что на сухую они будут подклинивать. Вот и все, готово. Ровно 2 минуты и наличник готов. Быстро, удобно, без всяких вопросов. Вот такая штука. Внутри она полая, чтобы вылетали вот эти вот опилки все. И ничего не задерживало и не поднимало ее. Ну, на этом все. Всем удачи. До встречи.